Вот такой ролик. Я этого пользователя заблокировал. Пишет: там у меня соли в организме, там, сям, и т.д. Чем их растворить? Я написал: ну, это ваше заболевание. Здесь неоднократно рассказывала, что и как делать. Смотрите, поищите, что я за вас должен делать. Нет, значит, опять. Вот я тут болею, что-то тут читать некогда или еще что-то. Ну, я просто-напросто заблокировал этого пользователя. Хотя. Вот, выложил видос про одуванчик. И там рассказано про эти соли, про то, как можно очиститься. Люди не смотрят, не хотят ни смотреть, ничего не делать, а чтобы кто-то за них сделал. Я не собираюсь это за вас делать. Я вот прохожу, нашел, то есть все, выложил и дальше пошел. Как-то странно, знаете, вот. Будто я только этим занимаюсь. Я уже вам про Тимошку и Гармошку рассказывал. Если вы такие-сякие, пойдите к врачу и спросите, что он вам скажет. Надо пойти, выбрать время. Да? Возможно, надо ему заплатить. Я не подвожу вас к тому, что вы мне что-то там должны там платить. Но вы не хотите смотреть ничего. И вот такой вопрос, чем растворять, грубо говоря, растворителем там пейте и все там у вас растворить. Ну, растворить заодно и что-то там еще другое. То есть люди, когда задают какие-то односложные вопросы, не вдаваясь ни во что, им это просто-напросто не поможет. Вот, так что удалил я пользовательницу. Я вот сам сиду, если уже заговариваешь, сижу, смотрю, смотрите, какая у меня книга. Вот это я написал, а вот это вот Амирдаулат Амасиаци написал. И я вот это вот все это дело потихонечку смотрю, штудирую, где, что, как, принимаю это научное наследство. А тут говорят на меня: шарлатан там, неуч и прочее. Не знаю. Я вот пока живу. Вот есть проблема, это важно, есть проблема. Значит, я ее начинаю решать. Собираю материал, сопоставляю. Потом начинаю применять еще это. Во время применения практика показывает: слушай, а тут что-то тут у тебя не ладится. И бывает, что из-за того, что ты неправильно применяешь, ничего не работает.